Cred că a fost un meci frumos pentru spectatorii care au venit astăzi la stadion. A fost un meci cu multe ocazii. Cred că putea să termine meciul azi cu scorul chiar nu cu 0-0, dar cu 3-3 sau 4-4. Și noi și Milsami am creat foarte multe ocazii. Nu le-am realizat. Ne pare rău că n-am avut mai mult concentrare ca să fructificăm ocaziile create astăzi. Și am scos doar o egalitate. Ну, какой-то особенной задачи у меня не было. Все как обычно было. Играть свой футбол. Делать то, что у меня получается лучше всего и что я делаю всегда. Чувство неудовлетворения у вас сегодня есть? Итогом, не итогом, а характером, а то есть содержанием? Конечно. Мы могли, повторюсь, мы должны были быть более сконцентрированы в финальной стадии атаки и реализовать наши моменты. Потому что их было много, но всегда что-то не хватало. А разве не достижение создать матч с Милсами больше моментов, чем соперник? Это уже положительный штрих в вашей игре? Нет? Не знаю. Ну, игра начинается с 0-0. И заканчивается. И так и закончилась. Poftim? Faza când exercita finalul, portarul trebuie să vină și cu asta, să o exercita pe slavă. Nu știu. Rămâne de văzut pe video. A cui sunt fotbalistul zastupil, când a primul oară să spune? Честно, я не видел. Ну, посмотрим уже на видео, я так, я не знаю, не видел. Ну, вы расстроены тем, что второй раз не получилось. То есть вратарь уже вас просчитал в какой-то степени, да? Ну, можно и так сказать. Первый раз ну, вратарь не угадал, второй раз я решил пробить на силу. Так получилось, что попал в вратаря. Можете еще сильнее сыграть в финале Кубка, чем сегодня? Конечно. Конечно. Все возможно. Думаю, если мы будем сконцентрированными и сделаем все, что нам скажет тренер, то, конечно, мы можем и выиграть. Это будет матч, ну, все или ничего можно сказать, потому что это финал, это всего лишь одна игра. Нужно выкладываться на 100% и сделать все, что в наших силах, чтобы победить. Это, наверное, самая важная игра пока что в этом году для нас. Не, наверное, 100%, а самая важная. Некоторые футболисты, оригиналы перед важными матчами говорят, если я, например, там выиграю, то я могу вот для того, что на вас опостричься, вы готовы на вас опостричься в случае победы? Для меня это не проблема, я и так был, я и так намылся стрикс раньше. Спасибо. Пожалуйста. А фос мульти мяч очень импортанте, а кум ам фини ларин, если он кун мяч импортант, ну пот спуни. Тот фил сунт импортанте он фил сел. На састо есть финал, есть чего мы идем себе, так мы спустя есть он мяч для тотал сонимик. Спасибо.